Сейчас попробуем. Кстати, комната изменилась. А тут нету случайно каких-нибудь гаечных ключов? Ох, блин, он сюда зашел. А я под столиком посижу. Не-не-не, не заглядывай только сюда. Не заглядывай. Красавчик. Все, свалил. Чутненько. Чутненько, чутненько, чутненько. Давай откроем. Да, ключ ему не вернули. Здорово. Тогда идем мы дальше. Здесь что-то видно. Смотри, может тут подсмотреть что-то. Туда пролезть можно внутрь. Вот, 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 тут где-то... В смысле? Я только что смотрел, что там можно как-то пролезть. Вон там, видишь, вон можно пролезть. Отсюда может стрельнуть. Ой, зря потратил патрон. Зря потратил патрон. Так, хорошо. Выходим сюда. Дверь закрываем. Значит, она сказала, нужно найти предметы для постаментов. Хорошо, будем сейчас их искать. Здесь стоит предмет. Давай в эту дверку зайдем. Заперто, и там ключ висит. Мы можем сделать вот так. Это, конечно, громко. Не очень хорошо. Черт! Черт! Не успел я, короче, в него выстрелить. Там еще куча этих игрушек, пищалок лежит. Уточек. Все, пошли. Сейчас побыстрее. О, ключик мне нужен. Сейчас по-быстрому все зарешаем, все сделаем. А, чтобы он на меня не выпрыгнул сейчас. Ой, 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 закрываемся. Может, кстати, книжку где-то здесь найти и туда положить, а? Ну чё ты там, все, нет? Давай мы сейчас вот так вот. Настался. Чё ты там? Блин. Двигайся давай уже. Двигай свои окорока. Ой-о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 й. Книжки, кстати, вот. Бежим, 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 бежим. Оп. Теперь вот сюда нам надо. Ух! А, это не туда я зашел. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не спалили. Сюда идешь? Не, не иди сюда. Тебе показалось, тут мышка бегала. Пи-пи-пи-пи-пи. Эта мышка так пипикает. Черт. Писячий тип. Не нервируй меня. Пока он там что-то смотрит, мы открываем дверки и ушли. Все, скрылись в тумане. Книги, книги. Можно я здесь возьму какую-нибудь книжку? О, можно. Офигеть, тайник нашел. А можно обратно закрыть этот тайник, чтобы он сюда не прошел? Можно сломать еще вот эту стенку, куда она приведет? Хэллоуин, 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 смотри. Ух, не достал, не достал. Не достал. Склянки какие-то кидает. Засранец. О, блин, не хотел я сюда падать. Не хотел. Эти штуки, наверное, остались тут с гражданской войны. Да уж. Мне бы такую пушку напротив Хайда был бы вообще огонь. А это что такое? Замурованный человек. Это же на Хайда похоже, разве нет? О, похоже. Только не говорите, что он сюда может спуститься с каким-то макаром. Мне тут даже прятаться негде. Блин, как мне наверх-то залезть? Как мне туда попасть? Как мне туда попасть? Так не получится. А что тут написано? Форт Гравивуд. А, точно, тут же военная база была раньше. Так, а как нам оттуда? А, так веревка есть. Ничего себе, я ее даже не заметил вначале. Пробиваем стенку. Здесь никого? Если что, я просто вниз прыгну, да и все. И все. Оп. Есть тут какие-нибудь книжки? Книжка нужна. Ну просто книжечка. Что за звук такой был странный? Тут больше потайников никаких нету. Давай залезем вот так вот, на всякий сделаем. О, он сюда зашел. Вовремя я спрятался. Да, ты же сюда зашел. Да, вон он. А я-то здесь, ты меня что, не слышишь? Ага, я прыгаю. Ему пофиг, он в уши долбится. Ему главное видеть зрение, чтобы его не подводило.
Все отлично. Дверь закрылась. Да блин, стенку надо будет долбить. Ладно. Делаем вот так и прячемся снова. По-другому никак. У меня последний кристалл остался у пушки. Надо быть поаккуратнее с этими снарядами. Ну, кажется, все, выходим. Выходим. Это что за фигня тут валяется? Что это такое? А, уточки. Раскидал тут уточки свои. Я здесь был? Нет? Куча книжек. Нам, короче, надо в спортзал обратно вернуть. Ого! Детей к этому пианино не подпускают. А мне всегда хотелось на нем сыграть. Ну давай я попробую. Ты это видел? Платформа на стене выдвинулась. О, а там что-то есть. Так, подожди. Давай еще нажмем. Ага. Где только выдвигается, я понять не могу. Забавно. Вроде как сейф. Что-то там ключ от сейфа наверху. Давай, запрыгивай. Да что ж такое-то? Тут будет сложненько, я чувствую. Он что-то как-то плохо цепляется за эти платформы. Есть? А, вот здесь я себе подставу намутил, я туда не залезу. Ух! Что ж, я не разбился. Сейчас дверки закроем. Так, значит, тын-тын-тын-тын. А, неправильно что-то сделал. Вот. Ага, все. Вот теперь все. Огонь. Но единственное, как мне туда-то теперь допрыгнуть? Ладно, давай еще разок. Вот так. Вот так. Вот так. Вот, отлично. Продолжаем. Последнюю кнопку не нажимаем, потому что может все сброситься. Мы сейчас просто подставим. Мы же можем подставить? Вот, например, вот так вот. Да, можем. Запрыгиваем. Во! Да что ж такое-то? Сложный паркур, очень сложный. Хардкор прям, я бы сказал. О, пошло. Пошло, поехал. Так, тут надо. Ага. Все четенько пока. И туда сейчас. Спокойненько. Ух, улетел вниз. Может быть, сюда табуретку какую-нибудь затащить? Давай еще раз попробуем. Вот тут с краешка. О, вышло! Вышло, вышло, вышло. Сейф в классе музыки. Сейчас мы его откроем, посмотрим, что там. Что там, что там, что там, что там, что там. Что там в этом сейфе? Открывайся. Ого. Черт, черт. Мы свистнули его игрушку, и он... Давай, запрыгивай. Если мы будем наверху, он нас не запалит. Вот здесь вот можно посидеть. Можно еще повыше. Все, сидим. Успокоился, кажется. Так, короче, я снова в тайнике. Помнишь вот этот стеллажик, да? Я его снова отодвинул. И вот ключик хочу сейчас взять. Черт, портрет меня немножечко сдал. Внизу я уже тоже был. Туда мы больше не будем спускаться. И сейчас я хочу еще сломать эту стенку. Он, правда, нас услышит. Хэллоуинский... О! Забираем. Хэллоуинская тематика. Тын-тын-тын. Возьмем эту штуку еще раз возьмем. Давай вниз залезем. Тут у нас что-то мешает перемещить. Переместить, переместить. Ага. Знакомый класс. Я тут, по-моему, уже был. Разве нет? Заперто. Давай стенку снесем. Есть что-то заперто, можно просто это сломать. Ого. Вот это галлюцинация. Ты видел? Тут, по-моему, ребенок какой-то стоял жидкий. Прозрачный. Здесь можно открыть? Можно. Мы там были. Это класс фортепиано. Блин, пошуметь чуть-чуть. Класс фортепиано. Ключик у нас уже имеется. Открываем. Как она вывалилась? Еще одна. Еще одна у нас имеется. Давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас только камеры. И куча уточек. Надо быть очень аккуратным, чтобы тут пролезть. Так, так, так. Наверное, по всей видимости, я уверен, нам нужна книга какая-то особая. О, футбольный мячик. А, баскетбольный. Забирай, забирай, забирай. Нельзя забрать его, прикинь. Нельзя. Что у нас здесь? Скульптура книги. Понятно. Тут... А то, что свет горит, ну, не страшно. Скульптура палитры. А здесь что? Скульптура фортепиано. Пожалуйста, есть у нас одна. Могу и другую поставить тоже куда-нибудь. А что? Черт, нас спалили. Нас спалили. Держим.
Хьюстон, можно где спрятаться? Где бы спрятаться, где бы спрятаться? В сейф уже не залезть, наверное, да? Да, в сейф уже не залезть. Стрельну сейчас. Отстань. Что там? Куда ты ушел? Я буду идти за тобой. Посмотрю, куда ты идешь. Может, он нас и приведет в какой-нибудь другой класс. Я только что там все разворотил. Куда ты пошел? А? Ха, короткий путь ему сделал. Он теперь так ходит. Ясно. В какую дверь я еще не ходил? Вон туда я не ходил. Тут все заколочено, все зафигачено. Так. Давай, это класс. А, ну вот, понятно. Здесь мы сейчас классы найдем другие. Давай сюда залезем. Тут чего? Это что такое вот это? Это кто тут был слева? Я его явно видел. Это забираем, это тоже забираем. Записочка, давай почитаем. Мистер Хайд постоянно бродит по школе. Все время за углом или где-то рядом. Есть ли у него дом, в который он возвращается? Семья или друзья? Я думаю, что нет. Это какой-то призрак. Он просто бродит по своей старой школе. Так, что у нас здесь? Давай один выкинем все-таки. У меня их целых два. Так. Кабинет с красками. Отлично. Забираем, значит. Нам нужна краска. Какую краску свистнуть можно? В принципе, утащить я могу любую. Но забрать я что-то не могу ничего. Краска, краска, краска. Какие картины использовать? Я переместился куда-то или что? Почему я перемещаюсь, когда использовать нажимаю? Странно очень. Прям капец. А, вон оно что. Что написано? Взгляд на реальность субъективен. Понятно. Как-то теперь нужно тебя достать. Как открыть? Можно просто через решетку? Нет, не получится. Так не получится. Ого. Вверх ногами. Ага, понятно. Картины, видишь, все как нарисованы? Нормально. А нам нужна ненормальная картина. Вот, например, вот это вот. А здесь что? Тут тоже нормально. Давай на нее нажмем. Кажется, что само пространство начинает искривляться. Фига себе. Вот это да. Вот это да. Что вот это вот? Это как? Давай переместим его. А, не могу переместить. Что делать-то тут? Сейчас разберемся. Вот книга есть какая-то. Перемещать я ничего не могу. Оно вот само по себе тут существует. Куда это я прыгнул? Как это так вышло? Меня книга? Книга меняет направление? Подожди, давай еще разок. Хоп. И я теперь по-другому хожу. Офигеть. У меня сейчас мозг просто сломается. Я вот там вот только что ходил. А теперь по другой стенке хожу. Так, ну ясно, что книга, она меняет направление. Так, и что? Как мне выбраться-то теперь отсюда? Обалдеть. Вот это мозголомалка. Где-то еще одна книжка должна быть, которая сменит нам направление. О, на шкаф залез, и теперь... А, наверное, когда я к стенке подхожу. Так, значит, на красной стенке я был, на синюю пойдем. Запрыгнем на синюю. Во, точно, прикольно. Прикольно. Так и что мне нужно сделать, я вот до конца не могу понять. И чё? Как-то допрыгнуть вот до этого вращающегося механизма или что? Как мне до него добраться-то? А, подожди, вон картина есть. Вон картина. Ой. Ой-ой-ой. Так. Выходим. Где я? А, нам просто до картин нужно доходить, правильно? Я правильно понял? Пустой холст. Здесь что? Здесь ничего? Здесь тоже ничего. Где картина нарисована? Наверху, вон там вот, наверное, да? А, тут уже не работает так. А, все, кажется, я понял. Я, кажется, понял. Нам туда надо взобраться. Оп. Сейчас залезем туда. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, и там картина красная. Перепрыгиваем сюда. Ну, придумали. Есть. Я добрался до картины. Жмем. Белая комната. Белая непонятная комната. О,
Оу. Оу май гад. Все, берем, короче, вот эту штуку. И можно отсюда сваливать. Через верх. Я, пожалуй, воспользуюсь вот этой штукой, чтобы с мистером Хайдом не столкнуться. Блин, давай. И куда это мы тут попали? О, библиотека, книга. Тут точно книга есть. Здорово. Так, а где книга может быть, а? Вот летают какие-то книжки. Утенок здесь. Че, вы хотите сказать, что тут мистер Хайд может бегать и ходить, да? Упал. Ну вот. Но мне-то надо наверх. Вот эту книжку можно тебя взять? Я ее как будто взял, она теперь меня бьет, что ли? Она за мной летает, смотри. Офигеть. Все книжки может собрать тут нужно? Которые летают. Че думаешь? Вот еще одну. Я собрал тебя? Собрал, кажется. Ну теперь вдвоем за мной летает? Ну да. Вдвоем летает. Так, вот эта книжка. Все книжки ко мне. О, подожди. Вот так. Вот она книга. Что написано? Логанс Либерти. Типа это очень старинная книга, ее лучше не трогать. Хорошо. Книжечки. Книжечки. Сколько тут книг-то, а? Сколько за мной уже летает? Книжки. Да дофига, наверное, уже летает за мной книг. О, смотри, можно переместить ее. Кажется, я понял, что нужно сделать. Толкаем. Вот это сюда толкаем. Давай. И это сюда переталкиваем. Книжка, отойди. Книжка вот эта мешается, прикинь. Она не дает мне просто толкнуть. Как, а? Ладно, давай сюда тогда откатим. Все? Ушла книга? Нет, не ушла. Давай сюда тогда откатим. В эту сторону. Да что происходит-то? Ёперный. Давай еще. Да капец. Ну чуть-чуть еще туда, давай. Во, наконец-то. А это вот так вот. Выдвигаем сюда. Давай, выдвигайся. Из-за книжек, что ли, так глючит? Все, книгу забрали. Кажется, у нас все есть. Теперь нужно бежать туда. Все выставлять на эти стеллы. Главное отсюда выбраться. Я немножечко потерялся. Где выход? Не подскажете? Где тут может быть выход? Лабиринт здесь еще тот. Вон. Я пришел оттуда. Это старая библиотека, жуткая даже днем. Боюсь представить, что в ней может твориться ночью. Лучше тебе и не знать. Здесь я был. Да, здесь я был. Сюда тогда нам надо. Заперто. Все. У нас все есть. Значит, здесь краска. Да черт подери. Здесь краска. Привет, давно не виделись, да? Получай. Я бегу. Все, отстал. Отстал, дохлик. У него тоже пушка есть. Нифига себе. Че это за фигня у него? Подожди. Можно я поближе подойду? Нет. Блин, поближе хотел подойти. Двери закрываем. Че у него за фигня там висит? Такая здоровая, как будто пылесос. Может, при помощи этого устройства он может в телек влазить и вылазить. Ну, короче, все, я ставлю книгу. И сейчас что-то... Нифига себе. Вот это дела. А что внизу? Можно посмотреть? А тут нифига. Пневмоплатформы. Обалдеть. Ну, пойдем подниматься, чё. Высоковато, конечно, но вроде как могу. Скорее! Ты почти у цели! Я и так со всех сил стараюсь. Опа, есть! Есть попадание. Лифт. Лифт наверх. Загрючка. Наконец-то. Вот она. Значит, наши друзья уже совсем близко. Ого, тут механизмы-то какие. Так, ну поскольку мы в башне школы, то мистера Хайда здесь не должно быть. Априори. Что ему тут делать, правильно? А, вот эту штуку перемещать. Сломанный строительный лес. Допустим, вот. Переместил. Ага, получилось. Странно. Я всегда думала, что башня заброшена. Удивительно, что все это работает. И мне, походу, с механизмом этим что-то нужно будет сделать. Еще газета. Хайд на своем уроке рассказывал про это. Англичане сожгли Вашингтон и двинулись дальше. А Форт Грейвуд должен был их остановить. Я, кстати, совсем забыл... Черт, сломалось. Совсем забыл собирать картины с вот этими доисторическими фактами.
Их надо было собирать. Я профукал. Оп. Паркур не пробьешь. Дверь закрыта. Почему она закрыта? Красную кнопку надо где-то активировать. Вот через вот эти досочки я думаю, что я не буду ходить. Да, лучше я вот так попрыгаю. Оп. Открыли. А, надо разгадать. Ха-ха-ха-ха. Как хитро. Короче, здесь нужен еще один рычаг. Его тут явно не хватает. Надо где-то его найти. А где он может быть? А, вот, она за коробкой спряталась. Смотри, когда вот отсюда прыгаешь, ты даже ее не видишь. А она тут спрятана. Как умно-то, а? И хитро. Все, вставляем. Тихо, не перепрыгнуть бы. Вставляем. Нажимаем. Сейчас будем гадать, как тут все правильно. О, все, открыли. Даже гадать не пришлось. Тихо. Черт, упал все-таки. Дверь мы открыли. И ползем на самый верх. Спрыгиваем. Найти способ сломать механизм. Избежать падающих всяких штук. Хорошо. Ну как его сломать, этот механизм? Можно стрельнуть, в принципе. И все. Да, уверен, наверху какая-нибудь штука есть интересная. Все одно и то же, да? Все одно и то же. Я тут вокруг, что ли, бегаю или как? А! Забавно. Или меня глючит. Подожди, 10 метров, 8 метров. Я вот уже близко, близко, близко. Снова эта фигня. А, это стекло такое. А что там внизу? Все равно не видно нифига, что там внизу. Вот, 7 метров. Еще раз вот эту штуку перепрыгиваю. Снова тут ползу. Все одно и то же. Все одно и то же. 7, 6. Все, я почти добрался. Опять эта штука. 8 метров. Смотри, какая интересная вещица-то, а. Так, ну давай тогда ломать этот механизм, потому что он нам не даст дальше пройти. Вообще никак. Подожди, вот это вот что? Тут белое что-то нарисовано. Можем сломать. Ага. Сейчас патрончик зарядится. Стреляем. Есть? Я не понимаю, как это работает. Но Хай точно в этом замешан. Так, а дальше-то нам куда? Наверх. Никак. Нужно вот эту штуку выдвинуть. А, кристаллик. Конечно же. Ломаем. Выдвинуть-то можно вас? Выдвигаем. Залазим. Залезли. Дальше куда? Дальше сюда, но тут коробки нужны, да? Без них типа никак. Без них никак. Как-то все странно, тут очень странно. Подожди, а если я стрельну вот в эту доску? О, отлично. Избежать падающего всякого. Ой, ёп, парасоте, оно сейчас нафиг свалится. Допрыгнуть-то не могу. Нужны коробки. Без коробок вообще никак. Давай, 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 шустрее, сейчас отвалится нафиг. Сейчас отвалится. Так, так. А! Я избежал этого? Кажется, я избежал. Ху-ху-ху. Меня чуть не пришибло, но залезть-то я теперь сюда не смогу, наверное. Ну да, блин. Ну что, попытка номер два. Коробки мы забираем, они нам очень сейчас пригодятся. Значит, вот это рушим. Коробки, давайте, падайте. Хоп, хоп, собираем, собираем. Давай быстрее, давай, 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 быстрее, запрыгивай, запрыгивай, запрыгивай. Так, вот сюда. Так. Есть, уходим. Ух, получилось, получилось. Мы нашли способ. Еще кристаллы. Зачем-то, что-то будем, значит, сейчас ломать, бомбить. Так, можем куда-то сюда. О, знакомое местечко, кажется, я тут был. Значит, вот это разбиваем. Где это я? Я еще выше поднялся, получается, да? Трупы скелетов ты видел? Он там был. Я его видел прям. Очень странная тема. Эта штука упала. Куда нам надо? Туда еще выше подняться. Сейчас вокруг оббегу. Посмотрю, где лучше зайти. Или... Получено достижение. Смертельная петля. Наконец-то ее прошел, получается. Вот оно. Ребята должны быть где-то здесь. Угу. Где-то здесь. Хорошо. Идем сюда. А, тут никак. Ого. Это я привстал и увидел проход. Ну, хорошо. Так. Красная кнопка. Давай нажмем. Вентиль появился. Вентиль. Тут есть где-нибудь вентиль? Нет, вентиля вроде нигде нет.
чтобы проходик нам открыть. А куда дальше-то и как отсюда выбраться-то теперь? Хм. Все понятно, нам нужно найти вентиль, потому что без него мы... А я его, кстати, увидел. Потому что без него мы тут не пройдем. Когда я нажимаю кнопку, блокируется вот эта дверка вент шахты. А вентиль где-то... Вон он, вентиль. Так. Есть, подобрал. Нажимаем кнопку и открываем эти дверки. Бежим, 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 бежим. Открылась другая вент-шахта. Ого! Нифига что себе. Что за... Я не понимаю. Что за хрень? Я не понимаю. А чё она не все читает? Не все комментирует? Так, так, так. Ау, куда это я упал-то, блин? Подстава, подстав. Ну, началось, опять эта фигня. Так, тут, короче, надо прыгать. Я вот свалился вот в эту щель. Дверь надо открыть, теперь прыгаем. Что бы это ни было, отступать уже поздно. Вот это школа. А куда вообще, на самый верх? Что здесь происходит? Смотри, какая подстава. Здесь тоже расщелина это есть. Надо прыгать. Везде прыгать. Веревочка. Я на веревку-то попал. Мне подняться вроде как надо наверх. Разве нет? Во, да. Все, попал на веревку. Боюсь тут ошибиться. Досочки, надеюсь. Лучше я через досочки не буду проходить. Они имеют свойство ломаться. Ого, какой портал. Получено достижение «Вперед в прошлое». Может выстрелить в него и... Осторожно! Берегись! Держись! Держись! Поздравляю! Вы прошли первый уровень нашей игры. Ух, это было вообще нечто. Прикольная задумка, очень понравилось. В общем, на сегодня это все. Если хочешь продолжение, то не забывай ставить лайки под этим видео и подписывайся на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов. Увидимся, кстати, на них. До встречи!